Сыннямын жон быхытынан саңа неделе сүпсүлгенигер умса түхө кайын, үлени өмөр үтө кайын, сиппетагы ситерия кайын. Үтө күнүнен эхиги көрөгөт эйге бенеденниктагы тахарытын, ол ата суукка сокоонга үпке карчыга сыгынаак биһиги элбех сүбелери бүгүн билиэкпит, истиэкпит. Боларын курдук биһиги быха эфирге үлелийбит. Батсаппыт үлелир номерин санатым 9-914-299-62-62. Өссі түгілдіру абаларуң сергек сәңәрі әтчілер бітігер, болғымталақ көрі әтчілер бітігер. Бұ үміт мұсустар ұйттан ипотека бұрғанларғар олар үйлер келділер. Дойду вице-премьера Марат Хоснуллин ехетіннерерінен Российской Федерации кейін бағаны күлчевой ставканы төгі дағаны үрдеп бітін үрдінен джекерген Ухукелин регион, онна тысирин ипотекаларан условиялара, онна ставкалара оннунан каллылар. Ол курдук джекерген ипотеката алтта, Ухукелин регион икке, онна тысирин ипотеката үз бірғынынан каллылар. Онтан жабу ольготна ипотекаға олар йылар келділер, ол курдук мұмытабыт ставката 12 бірғын болла, онна табу ольготна ипотека сумата әме олар йылда. Ол курдук Москваға, Санкт-Петербурга, Москва, онна Ленинградской областырға бо льготна ипотека сумата 12 миллион солковай гадері болла, онтан регионерге 6 миллион солковай болуға. Бүгінгі беріне қаратық білігіннері, бігі бары тұкәриеті майы документы ден кейін государствын най өңілерінен тұхана бұд. Бұ кейін өліхеттері қаған дағыны бір сірге тұрбаққалар, бұ анығы кем қамытын күтті тәңе қамсаннар саңа сүйләнері келдерелер, бүгін ол тұхынан кепсетті еқпет. Онты жабу суд приставтарын бігі бұнар төлөмметі естері, налогтары, ыстыраптары ердәр сұлыс пақұрдық саны бұд. Ол әрі кенелер бұ суд бәйті жәбәрәдігінен бәрәдік тәқтік құттала соқтық ағырғар әме үлелігелер ол тұғынан бігі кепсет еқпет. Он нәжі түміктір түмекпетігер нұрчалы тұлынан инвестицияға эксперт сөбелерін әме көтітімәрін түміктір түмекпетігер бұ тұғынан ұлыс тұғалақ сөбелер бар болуқтары. Өссі түгіл санатығым бүгін еге өпсайын ұттан бұғай фергөлелі біт. Оның батсапыт үлелер, еге ұйтылақ болақытына оның сұруын, санағытын үлестін. Нөмірін өссі түгіл санатығым 9-914-279-62-62. Жә оның студия біт бастықы ғылжытын көрсі қайын. Бүгін бігі кәлін олырыр Людмила Дмитриевна Масина. Майы документы әлбәк үңені оңырыр кейін салы әтшітін бастықы солбұй әтшіті Людмила Дмитриевна үті күнінен. Үті күнінен күнді телевизор қарачылар, оны оля. Жәте мағын мен әппетімде әйге кейінге тұттан қаған дағыны бір сірге тұрбат, нар тұғыры саңаны келілері әтір, бұ нәхіленіне государства өңілерінен тұғанырғар олыс табығаста көжістәк болуын дейді. Түмін мебелер бінен бұл жа саңа әйеқа сүйрен кепді, ол тұғынан кепсәрі. Көджі қонның бар. Икі түгінші сүрбе екі сыл мұсустар бастығы күніттен беге офистар бұд саңа өләчә ғығыр көстілер. Олата Джокускайдағы салалар бұд понедельник, апторник, четверг, онна пәтнесі, хасырда тоғыстан кейі алты час қадылы өләлілер. Средағы болуғына өләбіт чағы ұхан берір, кейі ағыс қадылы өләлер бола бұд. Оны субботаға хасырда тоғыстан күніс бір қадылы. Оның государственный, муниципальный өңіні тұттуқтарын бағалағы жан, бағаласты кәләғі жақыдан сөп. Орыйонларға әме олар егілер кейтілер, өлі жас бұтынан, он той бұтын портал бұтығыр бесе қыдан сөп. Қаз бірде район бәйті вкладқалағы, оның керенгі тұжы көрегіт қайда қастан қасқадылы өлелерін. Олғынан баран ұрқұттан әрдеттен сұруттары бұт қалар. Оны әме бағалысты портал бұтығар керіргетін сұрыптар бұтқын көрді өбіт. Портал бұт ата mfc.saha.ru жәнінен қалды. Оны мен ұлыстарынан әме тұстыс бұғы жалылар керен мек өріқтерін сөп болады? Оны қаға. Людмила Дмитриевна, бұл жа дойды президенті маңық сұрық тұр орбытады. Бұл государства өңілерін электронной көріңе, көріңе. Әйе, қайсқа қайдақ өлі барары?
Ити ынар кулахан үле уже хаста халым барды. Былырын самай-самай кахтахты күләләте бит. Оно МФЦ-быт, мои документы кин электронный, олабетер цифровой кин компетенциятнан директанар керчахтах болан, республикабыт оперативный штабыгар кирсегаджар онын үләлер. Дене государственный өңелер бит, беге бұтылыстыба бұтын 6-9 әр нөмірдәк ұрағынан атылды бұта. Оны үссіл ұстата олады елләрі ағыл, бұлырын, оны бұйыл 325 государственный өңі керектәк құбылы еқтәк электронный форматқа. Оны тұқай бұтынан болығана бұлырын сыл түбігер 5-9 бұрғының ұғылды бұта, ұжы барыта форматқа көхін. Оны бұлырын ақсын не бүт өтігер республика бұдын тұқтек әбі комиссия әп, именно по цифровизации жанаттанар. Оны арыйды ұлардылар келдер бұта, оны бұсылға ағығын ағыс өңі керектеген ұжы алты. Верне, хәтті оны ағыз өңі керекті ағаттан, ұжы хәтті оны алтыда керен тұрар. Барыда кереді керен тұрары бітті? Ұжы, аға, өлігін бігі етінні ұныр күчөйді күлелі тұрабыд. Бағалысты порталға керен, әй күте жәңі қайысқадан құтытты құтын сөп. Әп, өті жа, кірдік тағаны бұл өңіні цифровойдық, электронайдық табыгастақ, онына түкі жүстәқ болады. Оларды білген тұбұрыстойды кәтемді ұмпытсы ден, жоның бір ұмпытсы денінен білер болады. ұмпытсы бұл документары күмағыға әрі болбаққы, аны чоғына жа цифровойға көрірді. Отын, оны цифровойға көрірін баран, инлік цифровой электронны өңілері чүгіғатан берер жән бланға основной өлі біт әмия барсы. Оны қолабыр әттәққа құлын татар отыт үйгір, чихылатығыр, күнігір. Беге МФЦ, онына Джекускайдағы библиотечіне сеттер үлтеті, онына национальны библиотека болын. Үстәңнәк соглашения түгірісті біт. Онына жа бұ созвездия библиотекаға смарт, 203-203, онына Белинска атынан библиотекаларға электронный өңінен тұтылдарға сектордар алындылар. Иті сектордар аналары жән жаңы сүбелән, көрдерін, ұжы өңілері тұтталарын құрдық жән қайығыт беге. Әрдеттен отын қырытық осторияға қайырға әттәққа бапше иті сектордар бір әтәлікчіларға әп, бір сектор. Бияға МФЦ-ға ғылды бұта, Амосов ұлысаға бар офис бұтығар. Онтын ол сектор бұт үлеті кәректі аға жән маңнық. Икі түгінші 16 ғылға 16 түгінші кей ғырытты. Онтын икі түгінші 16 ғылға ұжы 4-5 түгінші. Ол қасты түгіл әлбә әбеттері бейді? Оныртық әлбәті, аға, онына әті опыты тархатарға жән туханан, бігі икі түгінші 19 ғылға әті проект бұтын СЭО жанаттанар сектор электронных услуг, ұжы национальны библиотекаға беремміт, кенлер күтті инік партнердар құрдық өлелі ғаджабыт. Отта онына баға хана бұтығар қаз библиотекай, қаз сәлінің бәуелікке, дәребінеға, инлік сектор ағылары болыр жән әрені қалабыд. Аға, шөйде. Олады түмін өйді өбіппіне қолыры бұл маңдық өңіні ұлығын бағырар кей библиотекаға кәлілігіне, кенеке ол компьютерге кейден туғанар, бұл майы документы өңілерінен, оны қолыры түгімет өйді өбетіғіне, әме бұл сөбелеті неген сөпті библиотека өлеттірді. Самай сөпкі әтағыт, оны майы документы өңілері болбаққа опсайының государственный, муниципальный өңілерінің именно электронный форматқа тақсы бұд, региональный портал госуслугчен электронный көрінігір бар услугаларынан ұжы туғанықтарын сөп. Оны тұран есие жән бар, единая система идентификации и аутентификации, оны госуслугаға керен үлеленініне бәйін учетный запискін подтверждайды ықтаққын. Ол оны әме көмілі өлілер. Біз шөйе біттегі жүр. Оттан, білген үгіз жанлар еқе бұл қолыра тіліп өңгітігер бұл бір нөмірді әқітте, оны әриен тиеннер
Ото үгіз әметтон консультацияны лалар, сөбелетелер, оның әбетер білі сұрттар яқтарын сөпчек олар приемы керерге. Ол бұлағаны тұн білген колл-центр ден аттанар болды, аден ұлтшылы етаққа. Ол колл-центр ғыт бұл сақасырен ұмпыцытын колл-центра дойду екерділарын ағы көрекқа баран қыян келеді. Ол тұғынан жек әфсәрі бұл үйірбілі сонуну. Мақтал күнжік беге региональный телефонный көрі істей кеймет анды дұтағы конкурсқа хрустальная гарнитура ден күттін күйлағынан талысты бұйыл. Ұнырқтік өрәбіт еті күйі бұдығар. Сырдатан әттіққа 5 анды дұттан сүйіс үрбеттен тақса колл-центр күтінна. Оны беге номинация бұт болағына. Лучший колл-центр государственный сектор ден номинация кирсвиппит. Хрустальная гарнитура опцияны нынты контакт-центр дарга, колл-центр дарга, Оскарына нағылыр. Оныр престижный хэп. Ано ый анырат түгер хрустальная гарнитура жюри членнара бейхау эдитты ғыртылар. РЦТО оператордарын үлелерін көрдүлер. Опцияның майы документы кейін үлетін әме сыналатылар. Ота онына әді тоқ мұнық үчөй бай тоқ біліқті әбіттірі статуэтка құрдық. Әргейер, оттақ, көстәқ, хрустальная гарнитура кені. Она бігі күргіттар бұт сына таққан ол награда бұтын олаларығар безоговорочна ваша победа жән әбіттірі. Истерген ғачығы. Оно опцияның региональный центр телефонного обслуживания әді қылғатан РЦТО дейірім бар кемері өйдәбәті болу. Оператордыра ағыз сүйістен тақса государственный, оның муниципальный өңілергі кәпсеті, нәпсеті, найгылыған жону сұру қайылыр, көмілі хөлір, информациялылыр, консультациялылыр. Оттан оның ортатын бір күнге сәтті үстін тақсы звонок керәді. Ол әл бақты. Меған абар болды колл-центр үксігер күргіттір үлелілдері бітеді. Қадыр мен білі әме әрейдіқпен әйінар білі оператордары күргіттір болалылыр. Оны меған абар бұқылары келінер бұ өңінері білер бол баққа, жон әсі бұ. Қадыр әме психолог құлды көмел өліқтерін сөпчі қолыра, жон білген арас жон әрер болады. Бағар тұлқарыша мен күғырат ұмта ғаджыр жон әрен қолыра, мекенлерге мен бұты көресі білі әбеттерін білдер еқтерін сөп. Оны мен білі қадыр әтәчілерінде білі тұлқарыйданы. Арас әндік түгенге әме бұз қаяғас болан, кен қол көмем айғыла жонлар өлелейлері болу дегені үйін. Атын бе РЦТО бұт оператордары үйренәлілер, аңбастықы үлелеқтерініне, тоғы жетерген телефонының қапсетер олық ұстық болады. Ән кейіні қарақ-қараққа көсі бәккәрі кені қолығын әрейстенген, ұжы түгі бағарарын өйді өқтәқін. Оны әті именно стандарттар бұд, кіпе айдар бұд, барыта үчөй байды кені кірсен, именно аңды өйдітағы жүрилар, ғыналатылар. Жабы көджік ұрақ бай, сақа серінгер бар күргіттар, оның аңды өтудағы стандарттарының үлелілерден вұғытқа кәлелер әп. Оны аңбастан колл-центрға үлелі керелдерігер, бігі күргіттар бұд аңбастан клиентскай залға үлелілер. Ола бәтір түндіктерге приемнулар әп, жану. Оны жауынна колл-астақ, бен мұның түргүрдіғ, үчей байды кем айгылағ болаңын, онына ағағын тоғы жетерген қолас нагрузқата хем бір үрдік, ұлаған күні бұға телефонға капсеті-капсеті олар болаған де. Ота онына вғарайны енден бар болынсып, олген тренинары ең астыра бітпеге, оператор бітгар обязательно. Ота онына әте конкурсы өсі білді капсем де. Беге әте конкурс уже үйіз күтті бұд болар. Икі тәнче 15 сылға бігі финалға тақсы бұп бұд. Антон сүрбәс сылға лауреат бұл бұп бұд. Лучша небольшая контакт сеттенге. Антон оның
бо был гкей бит уже ухун кен үлебит түмиге болар. Эссе түгүлже бу солта лакыйнан агардаливен эгитерилтагатен оннатан бу хатуртагыты эмеде бу электронный көмөлөгө чидене яка меде бу саңа сүйрән киддеди. Ол тугунан жеме сырда тербалсты. А былырын сайын бейле битигер искусственный интеллект технологияларын келдиртибит. А беге маңнайгы салаятчы Татьяна Анатольевна Гладкова атын бердибит. Татьяна ден. Татьяна ден аттына. Татьяна ден аттах. Татьяна бут билеген эйн раз бапростарга петтир. Олата сурттары хатын барар болла хатына кине хаты бе хат. Әбәтәр беге сайыбленя бытын қанна тибетін, қаған әппетілің тақпытын әме Татьяна әппеттер. Опсынан бастық линияға өлелер болан, отуттан таққа бірағын звоноктарын кені бәйтігер алар. Олеген колл-центр оператордары, күргіттара, именно уже кейіні күтті тыл бастан, көпсетін, конкретні консультациялары берерге көстілер. Оны Татьяна бұллағына звоноктарына нәрі болбаққа, портал бұтығыр, онна телеграм мессенджерға әме консультациялыр, онна олық хүрбе төт час сәтті күн. Оны хатан әппетті әбетағына, еті звонокқа әп, күргіттарға салайыр звоногу, то онна уже әппеттен үлілігін жан мандық түгін сылын қайыр болаға жет, дестегайдыр. Тети телеграм ңа әме петтер дедінде, олады әге социальный сеттер, сетімінерге барадығы әрмейттон үлелігі болуды. Олады телеграм ңа, оны сақандыққа? Телеграм ңа бар бұд, сай бұдығар чат ден бар, ВКонтакте ден бар бұд, Одноклассники ден бар бұд. Оны бірсе қадын, көрсе қадын, бігі кеймет новостарын, төрі интерегіне ем бол бұттарын, мероприятиялар ағаларын, саңа өңелер керәлілерін бардың оны бірсе қадын сөп. Бігі бұл көрәтшілер біт ұйталылар, оны ағаяқ ұйтылеп бетте қайынды. Дұрау боларым, ұлысқа пропискаланары қорат ұмпыцытын нүңі оңыруққа сөп дұғы дебіттер. Итіне болағана опсының прописка өңөтін электронныйынан ұлыққытын сөп. Оны порталғы ұжы әй күтия болбаққа именно ғос ұслуге әп, епі ғуға керенгет ол өңөні болаңыд, хаяпқа қалларын. Уже личный кабинет катыгар, әбетір электронный почта атыгар уведомление катыгар. Оны МВД-тан ұңыры калияға, қанық часқа калян қайыр күтін. Атак, ән районы ғадар болаққана, онына Джакускайға регистрацияланы арғынырды. Оның тебе таға нелектен. Төттөрүтін әбет, ұлысқа пропискаланары қорат ұмпыцытығар оңыттар оққа сөпті дебіттер. Лучше электронный тоғынан өңінен тұтты құтын жән сөбәлән беребін. Бұтын, кетен күрдіққа білейін жән, ғамы қандық өңіғі ұрдық надыярый. Құндық әйеқа қолыра статистика ең, ғамы тақсары болу де, қолыра жән мандық өңінен ұрдық Иті әппетім құрдық ағы сүйістен таққа өңі бар де опсайына, он тұйттан ағы ғон бірағына федеральны өңі жән болар. Оны самай-самай жән тұттар өңілері рос реестр, олада же, от, сир атылағына біраптарын маңның тұғылан оформляйдыланнара олынна барыда кесер рос реестр кеңі. Онтан тәңе выписка из ЕГРН, Единый государственный реестр недвижимости ден әме ұнырқтық тұтталар, жанлар. Ите выписка из ЕГРН дебік қадылы МФЦ-рін өңе бол бақа электронный декамелы қадын сөп. Онна опсайынан білген бары экономия ресурсов чеңе бара бітті. Оны электронный формат әме кумағы тәннәхір, олген алоқты күттанымын электронный тоғынан сервистерінен бағыл сұттыр күтігер күрді әбіт.
Онтан МВД услугалары бараллар. Эти загранпаспорт, беге паспорт гражданина Российской Федерации ден. Онна тенге прописка, выписка, справка о судимости ден. Эти барта МВД ңөлер болар хэп. Оно жакускайга бияха амосов улусабдыгар КБК ден бар. Криптобия кабина. Ола бетер эрде бияха МФЦ нэнгэ загранпаспорт старого образца дене отырыққа хэпэдэ. Ола ата 5 сылга, билейм болану уже 10 сылга онук өңінін туттыққа сөп. Если вдруг он стар болохатна, он на там бламы быгынан инник КБК, криптобия кабина, сенерюнгрига, он на удачный габусылга кирихтэх. Ростелекомы кытылеле хаттевыт. Ол криптобио кабинан на те хатскага тюхериде біле, каяндағаны баран біле бейін тюхтэх атэнди, саңа хатскага, олата кабинка хатскага тюхериде. Хатска, тюхерер, он на оттан эти биометрические данные дембар бытта, тарбах ман халар арсула, хараган зрачок, а ин дембар та эти чуй бая прямо космическое харабу курдук оборудование, оно интригергер джан просто кален корюк патын дэхэп. Ага, это ханнык филиал габары? Эти болла гана амоса пулуса та уанага. Ага. Корот кинигер тұрыры бітті? Корот кинигер. Ата онна бұхатыру кәменен удачны ден корокка, мирный районынгар. Онна нерунгрига бар болу жан әріні хаджабды. Жақыр жықтағаны мен бұ, мои документы қағандағаны бір серге тұрбат, нар өрі тұғары саңаны бұлар көрдүр, олыққа келлерер денге жақыр жықтағай демесе ол де, тека бейінкағатын ең олыққа бұзданға еттім. Бүгін бияқы кәлен ғаджытта бүккер, наға жүрді кәлен кәпсе бүккер, мақтана бүн, олыс надалақ, тұғалақ өлегір. Үрдік үссірдік сетегелері бағары бұн. Үссі дағының ұрғық бұ, тәйге үңілер күтәл бәқтер, оның ұңырдақ бұтына кәләрін көрсе өққа дәрі. Мақтал. Күнді көрәйтшілер бейт, қылғас рекламы кәнінттен көрсе өқ бейт. Әйге берені бұға эфирге көрі істі олырағы ұд, бігігі ватсаппыт үлелер бәғіт санағытын үлестен ұйытылақ болақытына берін нөмірін санатым ағыз 914-279-62. Бері біт бұ, екіс түймәғір бігігі кәпсеті еқпет, суд приставтарын үлелерін бір ұраты қайысқаларын тұғынан. Оты бігі жекірді кенелерін ар бұ тұғық ердіхәтчі жөңкүрдік ханы бітті қолыбырат сұрук келлағана жабы приставтартын сұрук, налог бұдын төлі өбет өкпет, ыстырап бұдын төлі өбет өкпеттен. Онтан кенелер бір үсіме жабы үлелерін бір қайысқата олыс құтталлақ, сәріқтәқ дәдеқ бейін бейге ол тұғынан кәпсеті өкпет, жа үлджеттар бұдын көрсе өқайын, бейгі студия бұтер кәлен олыр-олыр Андрей Уаров. Суд үлетегер бәрәдеге қатшыр суд приставас мені салай атшыты, іс сұлыспа лейтенана Надежда Тарабукина. Суд үлетегер бәрәдеге қатшыр суд младшай пристава, іс сұлыспа младшай лейтенана. Онна Евгений Григорьев. Суд үлетегер бәрәдеге қатшыр суд младшай пристава, іс сұлыспа старшай прапорщига. Үте күнінен. Үте күнінен. Жәте әппетім құрдықты, әйгі бұ суд приставтарын үлетін ұты бір, жа ұраты қайысқатығар, әйгі білейін жа бұ үлелі қамсы, аятута хаджағыт. Судқа олата әйгі бәрәдегі бұтын қатшыяр, араңатшылыр жан болағыды. Жа бұ маңдық суд приставын үлеті қайдақ сағаланыры, еті опсайынан көңгіт қайдақ сағаланыры. Бігі үлебет хасырда ағызчас 15-тен хасырданғы инструктаждан қалыныр. Бігі инструктаж бұтын бігі салай атшығыт Юрифна Шияковлев, мұна кене сол бұй атшылара Оксана Викторовна Турова, Алексей Владимирович Шарафуддинов, мұна Владимир Илларионович Максимов боланы ұдалылар. Қастасырда айы бұ сұлызбаға кәлбет сатрудник таңаға саба удостоверенията тұттар спецсредствата, бігі спецсредства бұтығырды, наружник, резиновый палка, онна табельный оружие бұткерер. Оны барытын үліға сөпті бәрін көрін, онна күннағы үләбет сылын сұрығын білгенлерін, осылыс бұт әттінен тұқсаңа документ тұқ, күмаға кәлбетін барытын көрдерін, етінлерін барын. Нарядынан жақысқай көріп бұтығарыққа сұт барды, отча наряд болан сұттар бұтыр. Суд бұд жетін территория тұттан ағалан,
коридорын, суд боларса, латын баратын беребек келен. Тоғыз часқа хасырда судка келетче жаннар бұтын көсөбіт. Ол көрсер бітігер бігі, бұл кейі тоқ жылаға келбеден бұхарабыт, он бәтігер бар малларын, салларын көрөбіт. Арас жан бар болынчып, арас мал сал судка бұбулақ, мал сал бар болынчып. Инче кейлі хатықтырын сақтыр ғади? Олынды кейлі хатықтыр. Бұл барда жан құттала соқ, суд ағырғар еген надалақ болар. Текорды қағалынар бейі күнеға үлі біт. Аға. Отын, әте қылғасты кәттенде, қолығыра бұл әге туақ қатшыр, бірәдегі қатшыр, оны аран қатшылыр болақ кәтті. Амай сөрін сұрық құты чауына? Олондықты? Олондықты. Суд бейі үлі біт, бейі ділейіне біт үлі әтеден туақ. Жүгізге көрекке бар судтыр үлелерін олықтымыт бірәдеген қатшыр үдетік біт сала деген болар. Онына суд ұрағынан бейгі суққа кәрбетау жұнлару жәлеріттен суққа алты бұд, оны ол бейгі жұмыр тиддақтарынан бейгі күш бүтінен жұны үджебаран әрі құрдық болды бұд. Дейінен оны бол батақ, барыта суд ұрағынан дөкімеуінен барытан оңағылды бұд тұқ жылы. Онына во время исполнительского производства бәйбіт судебный пристав исполнителер денер балар, оларға күш көметтінен болды бұд тұқ. Қарыстыр, қарабылдыр дейбі құрдық көмілі әбіт. Бүйілі біт ұны тоқтақ. Олады әрдігер үлі әмейі қабары бітті. Құлғыра де суыққы кәлбәкке еңін ғыджар, қуата ғыджар жону мен тұтан ағылар болақ кетті. Ота жетті маған күжеп бекеттігі суыққы арас жынлар кәлелер болады көрдікті. Бар ол күжік бұғақ Күзі көбі тақы құтталлақ сәріқтәк бағайы бітті. Оның жәйі олық әлбәқ мүттүргені әқсіргілер бар болуқ тақтыр. Ол тұғынан жәкіп сәңір оның болып болуқ тақ қаяндағаны. Бұл бағылыр ағаның. Бұл өлі бітігер барытығыр бәлем болуқ таққын. Маңық тұққыдан, дөкімен үлітейін бол батақ, түгірі Лично досмотром ураны италась пыт-пыт упсай ағыз бұяқтақ. Ану, тоғой дегі жаған дейіп бүтін коллекционер бұн, мені дегі жақтақпын, дегі жақпын сәптен қая бұды, әрін тұрырдақ. Тоғынна бейір мамен мұт, ден суққа кәлбәккегі мұт, кейіне ерден, бейі олаттар бұт асырда тибеттергер, етерік тұрыптақ, табарастырын кітталар олар. Оның ол барымары, мен оның айдан дақы бұтыр, физиске силы пренем айдан, спецсредства, нарушник, суққа қалан тұрды дақтар. Атаулады, әге бұл соқуыны кейіні күтті әме үлелер болады. Ол ұнар ол құт қайдағай? Соқуыны күтті үлелеріңі бір сәйбәт біт бар. Бейі үш жылым естестеттер ұрылысқа ғыджар, ұғылуыны жылымдан әрелден ұрылысқа ғыджар жұнлары тұтаттамыд үш жылым естестеттер атар абыт. Суыт айы бастығы постен бар. Оны кәлбік кейі посетител барыта тұғы қай дәуен тұғын барытын қалырыр, көддірір. Ребекке лебет, онына база розыска дейін ба, электронный компьютер. Оны кәлбік кейіне барытын аттырын, оларын құрдақ бұдынан оны есті ақ кейі таққын әп, әбетер розыска ғаджер кейі тақсыр. Оны розыска ғаджер кейіне тұттақ бұдынан тұтан изделі министерстве өтелі атары бұд. Бұлырын болла қолауыр 2-ші хүббебір ғылаққа 14 кейіне тұтан істелі мүстесі өте атабы бұд, бұйыл хүббек кейілгі 3 үй ұстаты 3 кейіне істелі мүстесі өте атарын олар өте. Ата жабу, әхе үләғат мен көрдіқ біне ұлыстың ұстық құтталлақ сәріқтәк, оны әхеге анал туғыры өйрәғі барағы Головне було гражданське, адміністративне. Лохан Сахал та Хватан Тухугар був каспідний сотрудник тактики спеціальна підготовка, фізична підготовка, огоньова підготовка, вона тренування по чистості на три роки. Воно та гнан хлгай ките комплексний зачет тут робить. І ти ж предмет торга. Воно каспідний сотрудник 15 бар, воно то баратгар белим було тахтар. Таканна була дарі буйвіраккат? Бүйіріқтір бет, бәйбет ұзданиялар бұтыр болалар. Ете тренировка пачығыз қолы бұра суыттырға болалар. Горосқой суыт, ғылың көрдіғы горосқой суытқа,
мировой судка, арбитражный судка мевалар, верховный геме. Он там физиочагар ларболах пыт на стадион наргати, спортивный комплекс тарга. Огневой чага тир дарга болар, динамага болду, полигонга болду. Тарас Кайсхалах, Белимнини, Ахаревич. Для галочки был бат, барата Болохтах, Белимнини, на Болохтах, Чехатер, барата Болохтах. Барата хоккеем бывает она, там любит и дебилен на поладе, любит и дебилен манник физиочагар, это у него чагар барата, бар. А ты хин на хагер хамбо бата синки хе аген хептях, тохтара да? А то мин билер бинем бу булрин сайне хеге ты бахар дарыгар миолов кисколе респектче, он того нанчек эпситу хинере. Булрин аспатаим бе намулугар харьялах на хелигар хаджипут, бе хулус паб там 80 сотрудник было мы тулепи, там белорусы курдок был рын, хака херигер, бахар ходит тут даже, бегулус повод твора тут бахка хлопра, барам мы тулепи тут нехлекке, бахар на хулус по некоторые тенге, бу деревняга вот чуга хабут гер, бу вот где там мыти, территория раста, бу улени попут, он на, это ханат не тербулака. Олохтох жалтага он на нехилек олохтох тургар блохамахтал бутин тирдебит, бу техниканнан болду ития халыгнан толрах ачи биттергар, бутин не холвары бихи тох ырхаттарго сөведах бутин чагагар. Тебе хигине көрө олорон эмемин ханабар элер жон кадыры маннык үлелехтерин эмемин бахар биттерам улу дейхан эбенде, но олор маннык бағалағы жоннор қанына бөрен ехтерин сөбе қанны офсайнан бөрағы ылалары бу қандық мөрағы бетер дақтарына приставтарға кейлелері, осын баға тоғары атын өсі ирдебіл бары болуды. Беге ұсылыз бабыдығар үліға кейлерге бастадан тұранын Россия кірішінені болуқтақын, сағын, түрден сағыз қырлы, кандидатураға керекін сеп, орты анал үйерақ, онына старшы сменаға үрдік анал үйерақ бар болын. Онына армия ұлыз болап болуқтырын хеп. Хулус палава, так ты был дактерна, химбир. Он там армия хулус пали, химбир, кая бар служба га надалах. Ага. Буду хунан киндер сихили, фэсус пасайте гар карохтерн цеп. Эбетер лерманта хулус тюхер бебехес чети гар алта сетеске алта хус алта скоска отдел кадр паран резюме документу тарохтерн цеп. Билеген республика вот хулус тюхер набор бола тюрар. Оли химбаран бисяхтерн син. Олата улуска бар эги салагат гарем. Вакансиялар баллар. Улуска баллар. Оно эми бардын эти сайтка. Эми эти фэсэс по сайтка гар көрөктөрүн сеп. Эбетер эти эппет адрес бар. Барандар документу тарактарын оны сихили билсяктарын сеп. Ата эти анал биле тоох инен белем нада тоох болуда биле физическая өттүнөн, инен спорттун кынар инен. Антон химпир. Вот тюгар физическая тюр комплексная за счет тренинга баллар хлопетер требует. Он ти улага кирер ки имеет ник хор любой структура кирер болла канан из подготовка тут траван имел именно норматив тарда хор он без тардных такен сюрюн километр где он на правовой это име билет болла так. Тон динен удюгер ахтах он армия ходил болла канан. Он на тохта на уголовной уголовная административная ответственность отдала так вот так. А то Надежда, он был лир коллектив, кар кыргыттар тербахтри, кыргыттар бие икки болун уйли хечевот. Ошницкая Татьяна Николаевна Дембар, Таня вот на нуля Петратта, мен икки тенча тосылакка кирбидим службага, Таня мен кандидаттан сылангар болам барин кирбиде. Таким бүгүн яңгылы учубайты көйлі хеджавыд. Ол атыр бұдың қатат әбістенге. Коллективка, мұшқой коллектив болады. Мұшқой коллектив. Оның қайдай? Үчуе тяқпын бағарабы мұшқой коллектив олы судырғы. Оны бігені структура бұллаға де, ол ең әтелінне, оңа ғолынна дейбік көрдік. Үчуе.
улевит, не чабилевит. Ага, тан Андрей Евгений хигит тобо солуспат, кадык кайдахти кахаби бо тахрахтах ди. Оно бехе бехе тигаре мие эреллях боло котун нада боло инди. Ите тигар кайдай? Ите тирушуй. Тен коллектив кар тох армия хурду чувство лактядем болорду. Армия хинджуй полахтарна уже эрджон олор уже билеллер эркихи. Вор эн Туга расскажи, на канан, инкен нигер турар кихингеми пухайенье, пурдунье бевтер, тухкрати бевтер, пулихин, бартер испит нестях пулу канада, чудик хана канада, тух, жарга тугер, он улет тугер, тух пулу канада. А то каннк качество лар ордук надалар идиан ил бехигулян тир кихия хавосайна. Психологическое было, физическая подготовка. Ну, человек такая эти стрессоустойчивость, индюня мне бар. Ага. Ордуки не качество ладжон норди, ага. Вияка была она во крючлер бит ияталлар. Пристав торгас рукаллар бытым эпиета келе иллик тебитер. Эй, хэп, ага. Во была она, то еги буди пристав улета то кырджик кайысхата элбек боллади. Бу бихи көрөтчүлөр бип боллана бу тухтен айталлары бибиле алимент тугунан, алимени ирдихи тугунан эхигеттен кайыскагыт атына тугунади. Өссө кандай кайыскалар баалары болор приставка? Те исполнительдер баалар. Дети ол били кырджик төлөмөтө кыскараптыр налогтары ирдихем жүрдү. Ирдихем жүрдү. Айте как раз эти сурук ирдихтүгөр боло. Дознавательдер баалар. Например, бихи боллана колбур суд периметигарин раз бы мы как было он хэп, холубар эти неуважение суду день статья бар 297 уголовный кодекс, например, он ну были дела признак бар был эти дознавательным через судебный младший судебный пристав к ней уголовное дело тарьянче, эти не отдел бар бегал дознаватель розыска отделение отдела бар розыска не ладно тебе эти Кодар и стерин тулебет, а что на руке? Элементы не стерин тулебет, он говорит. Он анал элементная группа дембар. Я все мина туспа. Он на то ходил арбалар. Налог гаиш трава не ты не надел арбалар. Только дига, ха, кайс хотел бы тельбях. А раз а раз была одет он, и бой улюлябики то тахин балай да был бы тяну. Хамай тухка гарыр катагады, оны хамай тугын сөбелюгеді. Хим бир онлык, қандык бағарар үлағатта хим бир тухары шүгейдәк, тухары мүкілләк дем отақты ғырақ кейі ғырақ қатар үрітеме бар болдаға де. Эхе қондық чықолы бұры тугой. Хамай тугын сөбелюгеді еге үлағады. Хөбелюгеді ме тух бұл структура болар бұл бігене. Мехаден хөбелюгеді стабильность бұл. Олыққа бұртыр стабильность бар болуына да ден. Бұрты бейткен. Тоқтан лақан айданы хақылы хоқ. Қамнас стабильный төлінер, білі индивидуальны предпринимателейін бұл бақын бұл. Қамнахан келе тұрар, үліған оңыра тұраған стабильность. Аңын главны дегенде. Оны условия бұтта? Сылайы опуска бұт? Опуска. Опуска бұт сылайы? Опуска бұт условия тәл бәқ бұлады. Оның көрді қылынай, проездной төлінер бұтта. Опуска бұт Зеленый долина день тихоня барахан санаторий санаторий бар на барахтарн хэп олох семья там котами барахтарн хэп габидде. Бу суд пристав тарын ганя нарсель санаторий россияр дуне профилактурий. Амна эмтенаган санянаган ахалган ием бар так ире хадир чуй багай. Бия кастада ганя мупат чекерген мен катта. То уны билден турар эмия үлелер жонғытың күтті тапсы, коллектив күті. Бәй-бәйіғар әлләғ болу, әме еті ұлақан ұроллағы болу де. Бүгін бігеқа кәлін жыттабық күтігір, ұлыс ғарқан үләғат ер, мен әме сет ехейлері бағарабын, оннатын біле мағын әппеккет күрдік біле ағыз бұрақтақ кейде өйтінді мағын Андрей әлбірай бәтчәбіл. Коллекционер де бұл бұтын қайда оны бардың ұқтан кәлбеді болдар олық ана бап. Қайда сұңқала ғын біл ұлған ба, ұңқала ғын кәлелілер ең оны бардың көрер болақ. Оның жонлар жәйге қақыржық бұл сол күтігір үләғат ер көрсі бәтіндер, барды түжі әрі дәқсі болдың. Күнді көрәтшілер бейт, білген жәкілгас
реклама кеннеттен биги инвестиция тугунан кепсет якпит ол түһмәкпит нучалы тылынан болуга биге бу үп карчы эксперэ сүбехите келен Сергей Сафронов бетин инвестиция тугунан сүбелерин бериге WhatsApp-ка бу биге тоитлар гытын гытын бәгын инвестиция тугунан эмие санагытын суруйун кылгыс реклама кеннеттен көрсөк бөт канна даганы ыратыман. Күндікөрәтшілер бит, бұл бері бит түміктүр түймәғар бейге инвестиция тұғынан нұтчалы тылынан кәпсет яқпет. Тұн ол да болар, әйге WhatsApp-ка бәғіт ұйытылар ғытын ұйытын, сақалы да ұйыттақытына мен нұтчалы тылбастан ұйытығым бейге ғылжып бұтыттан. WhatsApp-ыт нөмір ағыс 914-219 сүрбекке 612. Тұны бағар бәғіт бұл инвестициялабыт опықытын әме сұруярын, мен ағын әйтінлерегім, бағар бәғіт санағытын үлестеқытын бағар ұйықыт. Жанан түміктүр түймәкпетен сағалы қайын, нұтчалы тылынан. У всех на устах сейчас такие понятия, как инвестиции, брокер, волатильность, ликвидность. Да? Ну, для того вот, человека, который хочет начать инвестировать, это, мне кажется, вот самые базовые понятия и ну, термины, которые он должен знать. Вообще, вот, стоит ли инвестировать, с чего начать? Когда начать, с какой суммы начать. Сегодня мы узнаем ответы на эти вот волнующие вопросы от финансового эксперта. У нас в гостях в студии Сергей Сафронов, финансовый советник, управляющий общество с ограниченной ответственностью «Биг Капитал». Добрый день. Здравствуйте. Да, вот я сказала, да, вот самые такие вопросы, которые стоят на первом месте для человека, который вот решил начать инвестировать. Когда начать, когда заходить на рынок? И вообще сейчас стоит ли туда, ну, как, если по-простому говоря, соваться в рынок? Вопрос очень хороший, на самом деле, да, действительно, вот время такое у нас непростое, оно еще вот с ковидных времен началось, да, вот с 2020 года, да, и на самом деле, что интересно, можно сказать, по этому времени, то, что действительно люди ну, начали интересоваться финансовой грамотностью, начали интересоваться инвестициями, и сейчас вот именно вот те условия, которые сложились, может быть, действительно приведут к тому, что люди могут существенно как-то вот задуматься о своем будущем, повысить свою финансовую грамотность. И если говорить, с чего все-таки человеку надо начинать, да, тому, который вообще никогда не занимался инвестициями, это, конечно, прежде всего самообучение, да, с пониманием каких-то азов. Если вот говорить о прямо конкретно теперешнем времени, то я бы, например, не спешил сейчас сразу куда-то вкладываться, да, там, несмотря на то, что кажется, что все достаточно дешево, цены упали и так далее. Но на самом деле время неспокойное, и какой-то период, наверное, это все продлится, санкции и так далее. Да. И здесь вот на коротком промежутке легко очень сделать какие-то серьезные ошибки. Поэтому здесь прежде всего я бы задумался для каждого человека, который думает сейчас о своем будущем, о своих деньгах, это сформировать какой-то вот начальный капитал, резервный фонд, да, для того, чтобы вот этих денег, этого резервного фонда хватило бы ему на жизнь, просто на жизнь, да, на какой-то определенный период. Если вот до этого можно было говорить, мы рекомендовали там иметь так называемую подушку безопасности где-то на 3 месяца, на 6 месяцев, то в таких условиях, наверное, стоит говорить даже о годе. Да? И эти деньги, желательно, конечно, чтобы они находились вот прямо у вас под руками. Да? Это может быть депозиты, те же самые, которые сейчас рублевые, да, дают неплохую доходность. Это может быть частично там валюта. И здесь нужно понимать, в зависимости от того, да, какие у вас цели, какие предстоят расходы. Вот, например, у меня дочка учится в Китае. Я понимаю, что еще там несколько лет нужно будет оплачивать. Да, и я сейчас смотрю на юань и вижу, что, может быть, сейчас неплохой момент, да, купить китайские юани. Но это речь как раз именно о мне лично, обо мне лично, это не есть инвестиционная рекомендация для всех, да, и здесь человек действительно должен начинать, да, с того, что, во-первых, как я сказал, сформировать этот резервный фонд, далее получить какие-то
знания минимальные, да, и третий момент — понять, для чего это ему вообще нужно, да, как, какие цели. Как правило, мы здесь говорим больше о долгосрочных целях. Если мы говорим об инвестициях, это, соответственно, будущее. Пенсия. Сейчас с пенсионным фондом тоже, наверное, большие проблемы. Там лежали облигации, которые тоже обесценились. Да? И в этом смысле очень туманно получается для тех людей, которые там через 10, 20, 30 лет выйдут на пенсию, как, какой размер будет их пенсии. И здесь в целом, скорее всего, нужно прежде всего озаботиться самому вот этим вопросом. Ну вот, да, действительно, жизненные ситуации у всех разные, вот, например, да, вот учеба, здоровье, вот, или покупка недвижимости, да. Но вот все-таки представим, что человек там накопил, да, подушку безопасности на год, да, даже, допустим, такой большой период на год, да, и у него как бы остались средства для того, чтобы начать, ну, инвестировать. И мне кажется, сейчас у большинства, да, 30-летних людей цель такая стоит — накопить на вторую пенсию. Но вдруг он все-таки решил инвестировать, с чего начать и с какой суммы? Какая у него сумма должна быть на руках, чтобы начать инвестировать, покупать там или облигации, или акции? Ну, действительно, это правильно поставленный вопрос, потому что все равно все проходит, время идет, да, и нужно думать вперед там, на 10, 20, 30 лет. Соответственно, если у вас есть уже подушка безопасности, есть какой-то доход, вот здесь я хотел бы тоже остановиться на такой важной детали, да, что в такое время надо обязательно вести свой бюджет, то есть вести учет доходов и расходов и прийти к тому, что у вас, соответственно, доходы обязательно должны превышать расходы. И исходя уже из излишка, вы можете, соответственно, этот излишек куда-то инвестировать. Здесь неважно, там, это может быть там 1000 рублей в месяц, это может быть там 3-5 тысяч рублей в месяц. На самом деле здесь в настоящее время, по крайней мере, да, условия позволяют даже с небольшой суммой, да, заходить в какие-то инструменты и потихоньку накапливать там свой капитал. И если говорить о подходах, которые, в принципе, наверное, так большими мазками три подхода можно описать, да, это первый — это какая-то такая активная торговля, спекуляция, да, тоже тридинг. Часто люди хотят, да, там, скажем, достаточно быстро заработать за счет того, что там каждый день что-то там делать, покупать, продавать, да. Но на самом деле этот подход, он очень высокорискованный, и большинству людей просто не подходит, поскольку этим нужно заниматься профессионально, это нужно иметь свободное время, и это не получится, что вы там где-то там врач, учитель и так далее, да, а вечером пришли, там, включили компьютер и... Превратились в трейдера. Да, превратились в трейдера. Вот. Второй подход, это вот подход, ну, все, наверное, слышали, Уоррен Баффет, да, такую фамилию, да, это известный, да, известный такой миллиардер, который выбирает какие-то отдельные акции, да, изучает компании, да, изучает финансовые отчетности, да, и, исходя из этого, составляет себе там некий портфель из акций на очень такой долгосрочный период. Ну и, в принципе, как бы он готов держать там акции десятилетиями и меняет их только если что-то вдруг меняется, да, там с компанией меняется, в отрасли и так далее. Этот подход, он лучше, чем первый подход, да, но он тоже требует некого такого погружения, да, профессионального. То есть, как минимум, ну, человек должен хотя бы чуть-чуть разбираться в финансовой, да, отчетности. Да, как-то отбирать акции хорошие, да, которые не разорятся и принесут прибыль. Да, анализировать аналитику, да, следить за новостями там, и так далее. Это тоже, ну, во-первых, не каждому интересно, а во-вторых, действительно, это тоже требует такого серьезного погружения в тему. И третий подход, который, в принципе, подходит для большинства инвесторов, это вход через инструменты коллективного инвестирования. Это могут быть биржевые фонды, ETF, да, Exchange Trend Funds. Это могут быть паевые инвестиционные фонды с активным управлением. Тогда, когда вы покупаете не какие-то там отдельные бумаги выбираете, да, а вы покупаете рынки целиком. Если мы говорим, ну, о той инфраструктуре, вот, которая
была и вот сейчас частично начинает восстанавливаться, то на той же Московской бирже, да, достаточно много было фондов, больше 100 фондов, да, и когда можно было бы выбрать, например, там, либо по географии, либо по классу активов, да, по отраслям, там, ну, обычно делят по классам активов, акции, облигации, может быть, драгоценные металлы, да, там, фонды недвижимости, вот, и, соответственно, внутри них уже там можно тоже делать свою диверсификацию, например, по странам, это может быть там США, Европа, Россия, Китай. То есть выбор достаточно богатый. Я надеюсь, что ну, когда вот это все, турбулентность это пройдет, то все это восстановится, и российские инвесторы смогут иметь возможность обратно в них инвестировать. И действительно, может быть, сейчас та точка, да, в которой можно начинать это делать. Вот. Понятно, что у нас, как вы говорили, волатильность, это колебания рынков, они сохранятся, да. Поэтому в краткосрочном периоде очень сложно сказать, там, пытаться угадать там, минимальные цены или дно рынка, это достаточно сложно. Ну и, в принципе, это и не нужно вот, так называемому пассивному инвестору. Пассивный инвестор, он, как правило, не выбирает время, не выбирает там какие-то отдельные активы, он инвестирует тогда, когда у него появляются свободные деньги. И здесь просто важно понимать, что срок инвестиций должен быть в этом случае очень длинный. То есть это не полгода, не год и даже не два. Да? Желательно это как минимум от 3 лет, да? А так, в принципе, горизонт должен быть 5, 10, 15, 20 лет. Ну и дальше, соответственно, работа сложного процента и сглаживание в конечном итоге всех вот этих колебаний, они как раз и приведут в долгосрочном периоде к нужному результату. Потому что в целом все равно рынки, как правило, восстанавливаются, они растут, потому что экономика растет, прибыли компании увеличиваются, и если вы вкладываете не в отдельную компанию, а в целом в экономику, да, то фактически с течением времени ваш капитал увеличится. Сейчас физические лица могут открыть брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет. Да? Какой все-таки выбрать? Или они оба хороши? И в чем отличие вообще? Большие отличия? Ну, здесь, да, вот как бы получается, что вот программа индивидуального инвестиционного счета, она у нас была, по-моему, в 2014 году запущена с целью стимулирования населения к более-менее долгосрочным накоплениям. И суть заключается в том, что инвестор, который инвестирует через индивидуальный инвестиционный счет, он имеет определенные налоговые льготы. Что касается по инструментам, да, что брокерский счет, что индивидуальный инвестиционный счет, если он брокерский, да, то там большой разницы по инструментам, что можно купить, ее практически нету. Вот. И здесь, если мы говорим об индивидуальном инвестиционном счете, то он, конечно, подходит в первую очередь для долгосрочных инвесторов. Ну, да, 3 лет. Да, поскольку там минимальный срок для того, чтобы получить эту льготу, это должно быть 3 года с момента открытия счета. Ну и, соответственно, как бы, когда мы говорим опять о пассивной инвестициях, да, пассивные инвестиции подразумевают, что вы должны очень сильно все-таки экономить на издержках, да, поскольку ваша стратегия заключается не в том, чтобы как-то вот опередить рынок, получить какую-то сверхвысокую доходность и так далее. Вы получаете доходность в среднем по рынку, но максимально сокращая издержки. И вот то, что, например, вы можете получать возврат НДФЛ, да, по индивидуальному инвестиционному счету, если мы говорим о первом типе, да, или не платить вообще, ну, как бы НДФЛ с дохода, если мы говорим о втором типе, то здесь, конечно, этот инструмент, он хорошо подходит. Там есть некие ограничения по суммам, то есть максимум можно получить возврат там, 52 тысячи, то есть 13% от 400 тысяч рублей, то есть фактически получается где-то 400 тысяч рублей в год вы вносите для того, чтобы получить этот налоговый вычет. Но такая сумма, мне кажется, она подходит практически для большинства таких розничных, скажем, инвесторов. Еще стоит такой вопрос, да, перед начинающими инвесторами. Все-таки что покупать? Акции, облигации? Ну, вот этот вопрос как раз, да, он такой, да, как я сказал, здесь уже
вот если вы начинающий, да, вы должны прежде всего определить для себя, как я сказал, цели, соответственно, сроки, от этого тоже зависит. И второй важный момент, да, насколько вы консервативны, насколько вы терпимы к рискам. Потому что каждый инструмент, да, он, соответственно, как бы делится по доходности и рискам. То есть доходность и риск, они взаимосвязаны. Mm-hmm. Если вы хотите получать большую доходность, соответственно, вы покупаете как бы более рискованные инструменты, но эти инструменты, они более волатильны, и, соответственно, они, там может быть и убытки быть. Да? Вот если сравнивать, например, акции и облигации, это два основных таких класса активов на рынке ценных бумаг, то, покупая облигации, ну, вы фактически можете зафиксировать для себя какую-то доходность, вы понимаете поток платежей, там купоны к вам приходят и так далее. И даже если рыночная цена там колеблется этих облигаций, вы просто можете дождаться до погашения, и если ничего не случится, да, там с предприятием, то вы получите обратно свои деньги. Если мы говорим об акциях, то вы становитесь собственником компании, там, да, покупаем долю. Долю, да. Вы фактически это долевой инструмент, правильно вы сказали. И, соответственно, вы несете все риски, которые могут быть. Это могут быть там политические риски, вот санкционные те же самые, да. Это могут быть какие-то техногенные, вот, там, ну, в Алросе, например, авария была, трубка мира, да. Это могут быть там падение цен на нефть, да, если это нефтяная компания. Соответственно, все эти события, они так или иначе влияют на прибыль компании и, соответственно, влияют на цены компании. Вопрос по дивидендам, опять-таки, да, если в облигациях там эмитент строго по графику выплачивает определенный процент купоны, да, то если мы говорим по акциям дивиденды, то общество не обязано выплачивать дивиденды, да, это все зависит от прибыли общества, от того, что решит, как решит собрание акционеров, и если мы берем текущую ситуацию, то она сейчас максимально неопределенная, да, то есть часть, соответственно, пострадавших отраслей, это там финансовая сфера, банки, например, да, они уже в этом году не будут платить дивиденды, хотя, как за прошлый год, у них достаточно неплохая прибыль. Но вот сейчас им нужно поддерживать свой капитал, соответственно, дивидендов не будет. Угу. Какие-то сырьевые компании, они могут выплатить дивиденды, потому что в сырьевых отраслях, да, там ситуация лучше, там, соответственно, цены на сырье у нас выросли, у нас курс доллара вырос, это, в принципе, в пользу сырьевых компаний. Но там тоже есть тонкости, какие-то могут выплатить, какие-то нет. Если мы говорим про облигации, ну, тоже тут есть разные нюансы, да, есть облигации, например, ну, у которых купон четко зафиксирован, да, а есть облигации, например, доходность которых привязана к инфляции. И вот сейчас вот инфляция – это вот один из самых таких моментов, которые съедают ваш капитал. Это касается не только России, это касается всего мира. Да? Вот за счет того, что во время пандемии печатали много долларов, и евро, и почти все страны занимались этим. Это привело к тому, что, ну, действительно людям прямо раздавали деньги, можно сказать. Да? Это привело к взрывному росту инфляции, сейчас фактически в доллары даже 8% годовых. И здесь такие инструменты, которые защищают вас именно от инфляции, например, вот те же облигации, да, они могут быть интереснее, чем те облигации, которые с фиксированным купоном, потому что вы сейчас купите облигацию, например, которая приносит там 15% годовых, а инфляция станет 20-25, и у вас в итоге получается все равно вы в реальных деньгах теряете. Все доход, сила инфляции. Да, 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 да. Вот. Этот момент тоже надо учитывать, но это уже придет, наверное, больше с опытом. Да? То есть можно начинать с небольшого, да, а дальше уже погружаясь в эту тему, в принципе, либо через курсов достаточно много сейчас в интернете, да, можете прийти там каким-то финансовым советником проконсультироваться, да, и здесь вы уже можете делать какие-то более тонкие настройки своего портфеля. И распределение, например, да, между классами активов, акции, облигации, решите для себя, там, нужно вам золото, не нужно, например, да, тоже интересный такой актив. Вот, ну, вот, как-то так, наверное. А как вот выбрать брокера?
брокер, вот тоже интересный вопрос, да, потому что ну, до последних событий вопрос звучал достаточно для меня просто. Да. Первый критерий – это надежность. И самыми надежными брокерами это у нас были, соответственно, государственные банки, это Сбербанк, ВТБ. Вот. Но вот, такие, скажем, чрезвычайные события привели к тому, что вот тот же ВТБ, да, он попал под достаточно сильные санкции. Да. Да? И теперь, например, если вы хотите покупать какие-то инструменты, где там будут иностранные активы, да, вы через банк ВТБ это вы уже сделать не сможете. Угу. Вот. Если вы хотите только рублевые, что бы я не советовал, ну, все-таки нужно диверсификацию иметь, угу. Да, тогда можно держать и в ВТБ, но все-таки лучше, чтобы у вас был портфель диверсифицирован. У Сбербанка у нас тоже сейчас есть санкции, не такие жесткие, как ВТБ. Ну и здесь тогда что у нас остается? Да? Нужно смотреть на какие-то другие, да, системы, ну, системы значимые банки. Кто у нас активно еще работает? Ну, Тинькофф, например, активно работает, да, вот правильно вы сказали. Газпромбанк, вот. По-моему, еще. Ну, Газпромбанк, он вот, на самом деле вот, именно с физлицами не так активно работает. Альфа-банк, например, да, брокерские компании крупные, такие как там БКС, Финам, вот. Можно в эту сторону посмотреть, да. Но для начала, да, можно начать и с российских инструментов, и открыть там обычный счет в Сбере, ВТБ, там попробовать, да, а потом уже выбрать для себя какого-то другого брокера. Ага. Вы еще сказали про диверсификацию, по-моему, это такая очень важная часть инвестиций, да? Вот вообще какой портфель, вот, ну, на ваш взгляд, должен быть у начинающего инвестора? Ну, опять-таки, здесь каждый инвестор индивидуален. Да. Вот, и здесь нет такого универсального портфеля, который подошел бы для всех. Как я сказал, здесь очень много зависит от того, какой риск человек готов на себя принять. Если он готов на себя принять больше риск, да, и ему хочется большую доходность, он может там больше акций. Если человек консервативный, для которого надо сберечь, да, или если он там видит минус 5% и уже плохо спит, да, то ему, конечно, нужно побольше каких-то консервативных инструментов. И здесь важен срок, да, то есть если у вас срок там 10 лет и выше, вы тоже можете более какие-то такие агрессивные инструменты, такие как акции, иметь. Вот. Что касается каких-то альтернативных вещей, ну, типа золота, да, ну, обычно рекомендуется до 10% от портфеля иметь, например, да, в золоте. Не обязательно, но как бы можно иметь. Почему? Потому что ну, одно из таких правил составления портфеля, желательно, чтобы классы активов у вас, да, они все-таки не ходили в одну сторону, не ходили друг за другом. Да, вот. Если один в минусе, то пусть будет другой в плюсе. Да, один там какой-то все-таки, там, допустим, к валюте привязан, какой-то больше к рублям. То есть вот здесь действительно, должен быть именно такой подход, и диверсификация – это единственный, действительно, вот сейчас метод вот, как-то вот обезопасить себя от ну, каких-то вот, ну, таких моментов. Вот, если вы купите только акции, да, это будет очень рискованно. Да? Если купите только облигации, то скорее всего, вы инфляцией будете проигрывать. Да? Да. Поэтому здесь лучше все-таки, чтобы у вас был какой-то вот широкий диверсифицированный портфель. Так, как и везде, то должен быть баланс, да? Да. И в инвестициях тоже, как оказалось. А Сергей, поступает вот вопрос от наших зрителей. Если брокер бросит меня, как взять свои деньги обратно и куда обращаться? Ну, это, наверное, вот имеет в виду, что брокер не возвращает деньги, да? Такое может быть. Ну, смотрите, да, вот, в принципе, инвестор, как бы инвестируя через брокера, брокер является всего лишь посредником, да? То есть те деньги, которые вы храните у брокера, те бумаги, которые храните у брокера, это ваша собственность. Но в любом случае все равно некие какие-то вот такие форс-мажорные ситуации могут случаться. И вот нынешний кризис показал, например, что
ну, не такой большой брокер, но, в принципе, известный Универ Капитал, например, сейчас испытывает некие трудности. Да. Как эта ситуация разрешится, я не знаю, но в любом случае, да, вот то, что касается, например, ваших бумаг, оно более безопасно, да, то есть там у каждого брокера есть депозитарий, это вот некая такая структура, которая ведет учет прав, да, на ценные бумаги, и эти ценные бумаги, они конкретно записаны на вас. И здесь, если все-таки, ну, не будет там какого-то мошенничества или еще что-то вот такое, да, то, в принципе, вы можете быть спокойны. Но все равно надо выбирать желательно крупных брокеров. Если вдруг такое все-таки случилось, да, что-то вдруг там с вашими бумагами, ну, здесь только получается стандартная процедура судебная и так далее. Еще коротко, ваше мнение про криптовалюты? Про криптовалюты? Ну, это очень такой интересный актив. Скорее всего, его можно сейчас уже причислить к очередному классу финансовых активов. Единственное, что тут, поскольку актив не такая большая история, да, соответственно, есть много рисков. Риски связаны не только там, с колебаниями сильными, да, криптовалют, риски связаны и с самой инфраструктурой, да, где это все хранится. То есть это, как правило, не какие-то крупные биржи, не Нью-Йоркская фондовая биржа и даже не Московская, это вот какие-то могут быть менее надежные биржи. Соответственно, здесь, ну, что можно посоветовать, да? Какую-то часть, наверное, можно хранить в криптовалютах, но нужно понимать, да, что что в принципе, да, можно потерять эти деньги. То есть, как бы, ту сумму, которую вам, если что, да, ну, не жалко, ну, не смертельно, так скажем, да, жалко-то в любом случае будет, да, но не смертельно будет потерять, я бы так сказал. Но сам рынок, конечно, он развивается, он интересный, да, и когда появятся уже более такие нормальные инструменты, типа фондов, да, когда вы можете не конкретно какой-то, да, криптовалюту, ну, тогда уже, наверное, интереснее будет. Хорошо. Спасибо за интересную беседу, за ваши ценные советы. До встречи в эфире. Спасибо еще раз. Спасибо вам за приглашение. Күнді көрәтшілер бей, сарсын әйге берейге орто анал өрәқтер тұстарының мен бейределіғым Евгения Арьянова кәпсетеге бұ қанлық еделерге өрәтелері оны жатуттарсы қаған болуғай ол тұғынан сарсын әйгеға гүлсәрін, білерін, көрерін істәрін анығысқы эфирге көрсеу қадері.